Всем-всем большой привет! Наступило время снять третью заключительную серию всех моих ароматов. Мы их сравниваем с коллекцией, которая у меня была полгода назад. И, как видно, цифры растут. В первых двух частях мы с вами смотрели Люкс Бюджет, Эйвон во второй части было. И сейчас в третьей части мы посчитаем Арифлейм, Фаберлик, и Фраше и Мэри Кей. Я думаю, что в Мэри Кей и Фраше практически ничего не изменилось. А вот Арифлейм и Фаберлик мы сейчас посчитаем. Ну и потом увидим общее количество. Кому интересно, остаемся и будем смотреть. У меня под рукой Фаберлик. Давайте с него и начнем. Попробую я их как-то так ставить, чтобы мы умещались на столе. Может быть, как бы пол стола занять Фаберлик, половинку Арифлейм, а тут впереди потом выстроим оставшиеся. Кокетка и Шармант только-только ко мне приехали в посылке. Марина меня порадовала. Я так страдала, что эти ароматы скоро у меня закончатся. Ну, теперь у меня есть еще два полноразмера. И также у меня есть Шерше Ля Фам в запасе, тоже благодаря Мариночке. И то же самое Донна Феличе. Все эти ароматы у меня есть, и мы их сейчас тоже по ходу увидим. Если брать высокие флаконы, у меня Алена Ахмадулина самый высокий флакончик от Фаберлик, посмотрите, какой он красивый. Это просто восхитительный флакон. Настолько изумруд, вот этот вот с золотом смотрится потрясающе. Аромат не всем нравится, далеко не всем, потому что он такой тяжеловатый. В нем есть тяжесть грейпфрута, если я не путаю. Но, тем не менее, аромат достаточно интересный. Но у меня он почти не убывает, потому что там полпшика, крайне редко, и все. Алатау. Это новиночка для меня в моей парфюмерной коллекции. Когда-то у меня Алатау был, он закончился, и теперь благодаря, опять же, Марише появился. Супергёрл. Вы знаете, вот с этим ароматом у меня некоторые такие воспоминания получились, потому что когда он появился новинкой в Фаберлик, мне показалось что-то пластиковое, что-то дешевое, неинтересное. Но когда этот флакон холодненький, стеклянненький, ко мне приехал, оказался он совсем не круглым, а вот таким плоским, с этой шикарной круглой крышкой. Он выглядит недешево на самом деле, как казалось вот со страниц каталога. И аромат такой достаточно интересный, яркий. Так, по высоте следующий аромат — это тот, который у меня заканчивается. Это как раз представитель Шерше Ля Фам, который у меня уже есть новенький. Вот сами видите, если прямо вот так ставить, его осталось ну совсем чуть-чуть, еще и донышко у флакона тут завышенное. Видно, в этом году он у меня потихонечку заканчивается. И думаю, что он все-таки закончится в этом году. И на следующий год открою целенький. Также вот такие два красавчика ко мне приехали. Это Орхидея и Нероли. Нероли. Оранжери серия. Было три аромата в этой линейке. Вот у меня теперь есть два. Опять же, меня порадовала Марина, за что огромнейшее спасибо. Так, наверное, мы будем не умещаться. Давайте я Шерше Ля Фам сюда, а эти два красавчика пускай встают сюда, и оставим местечко хотя бы немножко под Арифлейм. Далее, еще два красавчика. Один покупала я, второй мне Любаша подарила, за что тоже огромнейшее спасибо. Это Валентин Юдашкин. Далеко не дешевые ароматы. Это, можно сказать, фаберликовский люкс. И ароматы достойные, красивые. У меня они не испорченные. Вот некоторые девочки жалуются, что портятся. Нет, свеженькие, красивые, замечательные. И попробую зимой носить их чаще, чтобы даже такого не случилось. Я очень боюсь, чтобы аромат от Фаберлик какой-нибудь мог испортиться. Поэтому, конечно, буду с удовольствием носить. Так, еще одна парочка. Их когда обнимаешь, крышки слетают, крышки, потому что у них такие
видите, вверху объемные, и когда их так друг к другу прижимаешь, то крышки друг друга скидывают. Каори. У Каори 3 или 4 представителя, у меня 2, это классический, первый и юзу. Опять же, юзу приехал в подарок. Выстраиваем. Есть еще парный аромат. Давайте я вам тоже их покажу. Это Мелоди и Фэнтези. Ну, красавчики, правда? Мелоди куда красивее, Фэнтези потяжелее будет. В нем тоже что-то типа грейпфрута. Может быть, даже и сам грейпфрут. Видно, куда я ставлю? Видно. Вот такие два. Далее. Дальше уже все пойдут без пар, но достаточно красивые. Давайте из красивых флаконов я вам еще покажу Violet. Это для меня тоже была новиночка. Марина и до этого Любашка меня порадовали очень много парфюмерии Faberlic. И благодаря девочкам моя коллекция пополнилась. Если смотреть полгода назад, 16 штук всего было. А вот этот аромат я заказывала сама по акции баллов Faberlic. И вы знаете, интересно то, что он мне совсем не понравился. Когда пришел, мне казалось, что им можно только тараканов травить. Но кто-то из девочек написал, что этот аромат интересный. Это цветы в августе. И я его в этом месяце начала тестировать. Вы знаете, он красивый. Я делаю, конечно, один только пшик. На улицу не носила, дома интересно звучит, но и это аромат не для дома. Для меня не для дома. А вот на улицу я с ним с удовольствием повыгуливаю, когда выздоровлю, сейчас болею. Донна Феличе. Ну, видите, у меня теперь есть добавочка, поэтому Донна Феличе можно спокойненько его использовать. В свое время это тоже был подарок. Подарок от девочки, которой с нами уже нет. И поэтому он мне тоже по-своему очень-очень дорог. Танюшка Рзаева мне дарила. Вот такой красивый. Далее, Флюрет. Мне он очень нравится. Вот от флакона до аромата все нравится. Очень красивый. Но я знаю, что есть не любители. Да вообще у Faberlic много нелюбителей. Ароматы Faberlic без тестирования лучше не брать, потому что они сложноватые для многих. И я с этим согласна, потому что с некоторыми ароматами у меня от любви до ненависти и обратно не раз приключения были. А вот свежие ароматы Faberlic мне нравятся очень. Валькирия один из них. Вот есть ароматы, которые мне нравятся сразу. У них есть просто более насыщенные, более дорогие. Вот как селективная парфюмерия. Она же далеко не всем нравится. Нишевая. Потому что там есть такая тяжесть, которая не сразу можно ее понять. И вот Faberlic, конечно, я с селективами их не сравниваю. Но тем не менее в них есть тоже свой какой-то шарм и своя вот эта вот дороговизна, что ли. Но вот девочки говорят, что быстро портятся некоторые. Пуртужур. Это красивый, красивый аромат, созданный гостям на свадьбу когда-то. И у Faberlic он, насколько я знаю, даже какие-то там призы завоевывал. Следующие вот они, два представителя. Кокетка и Шармант. Вот они, два красавчика. У меня они чуть больше половины каждой. Я сейчас спокойно ими пользуюсь. Не переживаю, что могут закончиться. Поэтому они у меня тоже радуют. И ароматы, которые у меня, скорее всего, на следующий год меня оставят. Потому что у них форматы 30 мл. Я эти форматы вывожу из коллекции. Это Faberlic Chateau de la Loire. Не сильно, но потихонечку он у меня уходит. Тоже достаточно сложный аромат. Но у него есть такие любители, кто считает, что этот аромат один-единственный навсегда. Я им пользуюсь, но время от времени. И также вот два представителя в эконом-упаковке. Это Platinum и Beaumont. Благодаря Любашке я с ними познакомилась. Ароматы интересные.
Бамонт с перчинкой. Ну, а платинум такой вот серьезненький для деловой женщины. А я женщина такая вся из себя деловая. Я шучу. Это все, что у меня есть от Faberlic. И согласитесь, если в том году было 16 штук, то стало чуть-чуть побольше. Сейчас мы с вами посчитаем, и я сразу запишу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. От Faberlic стало 27 штук. Да? Немало. Прибавилось 11 штук. Переходим к Oriflame. Тоже много подарков. Девочки меня балуют. Муза. Как ее зовут, я не знаю. В Oriflame этого аромата уже нет. Многие страдают, скучают. И я понимаю, почему. Потому что аромат мега красивый. Прям реально мега красивый. Любаша меня последними вот баловала в этом году. И тоже благодаря ей коллекция увеличилась. Также меня баловала и Оля, Ольга Н-канал, и Divine Royal. Очень красивые оба аромата. Вот у них, видите, цвет такой сиреневый. У одного крышка, у другого даже сама жидкость, да, сам аромат. Красивые оба. Прямо оба люблю нежной любовью. В Oriflame у меня всего один аромат закрытый, но... Белая сирень у меня в этом году закончился, ушел в пустые баночки. Его можно открыть. Но так как сейчас смысла нет открывать, скорее всего, это будет конец весны уже 22 года. Поэтому пока оставлю его так в упаковочке. Из высоких флаконов у меня есть Giordani Gold. Я не помню, как называется именно эта версия. Тоже красивый флакон. Видите, вот какое донышко и какая макушечка. Ощущение, что кто-то его вот так вот флакон выжил. Интересный формат. Giordani Gold. Опять же, благодаря Любаше ко мне приехали вот такие два красавчика. Один вот повыше. Красавец. Вот. Красавец не то, что флакон. Красавец аромат. И вот такой красавчик. Золотой. Буквально золотой. Так, из высоких у меня есть, вот я вам показала, белую сирень. Также есть жасмин и ут. Вот у них все трое одинаковые флаконы. Ну вот описание, вот это вот название разное. Так, я сейчас подвину, чтобы мы все их уместили. Вот, чтобы они встали все уже в ряд. И начнем следующий ряд. Так, чтобы у меня тут ничего не грохнуло. Ольга тоже меня баловала. Экла Фам от Oriflame. Вот такой красавчик. И аромат очень потрясающий. Аромат действительно дорогой и красивый. Сейчас пользовалась в октябре с огромным удовольствием. Пари. Не буду я уж тут дочитывать. Это меня Ольга баловала. Ольга Крюкова. Уже другая Ольга. Тоже она мне много подарков сделала с Oriflame. Так, далее. Есть у меня вот такой красавчик. Я в Oriflame не зарегистрирована, поэтому все, что я показываю от Oriflame, это, девочки, подарки. Все подарки, все до одного. Вот такой эскент. Очень красивый. Вот у него флакон, как вот мне кажется, не соответствует аромату. Аромат дороже, чем выглядит флакон. Хотя флакон выглядит, ну, не скажу, что дешево, но вот все равно вот есть простота во флаконе, но я бы ему какой-нибудь цветок красивый сверху, пусть даже черный, но в виде какого-нибудь цветка бы сделала макушку. Он строже выглядит, чем... Ой, я прям надышаться не могу. Чем вдыхаешь. Следующий аромат – это Леди.
Я не буду ее имя, я все равно и скажу. И посмотрите, какая потрясающая крышка. Вот это из серии ароматов, которые, когда заканчиваются, я могу сохранить крышку. Она мне напоминает мое детство, когда носиком втыкались в машины, в какие-нибудь «Жигули» и смотрели вот рычаг передач. Вот там такие обычно были. Розы какие-нибудь вот внутри. Видите, и эта крышка тоже, я ее сохраню когда-нибудь. Be Happy. Свежий, взрывной, цитрусовый, красивенный аромат. Хотя тоже вот как бы он идет из бюджета, да, вот. Если брать аромат, он более бюджетный в Oriflame. Далее есть Solar. Это уже от Лены Никандровой ко мне красавец приезжал. Сплошные подарки. Меня избаловали девочки. Этот аромат, который больше как парфюмированный спрей из линейки Love Potion Soul Temping. Даже. В этом году, видите, я его пыталась закончить. Не знаю, за 2 месяца закончу или нет. Тут всего 75 миллилитров. Нет, целых 75 миллилитров. Ну вот он у меня как бы здесь находится. Не знаю, закончу или нет. Если что, на следующий год перейдет. Но он у меня в добивашках. Так, самые высокие теперь флакончики уже вот такие невысокие на самом деле. Этот аромат сложный. Он дорогой. Вот я бы его, наверное, как раз вот во флакон какой-нибудь строгий, высокий, серьезный бы определила. Он такой прямо... Ну, кажется, такая розовенькая водичка прямо нанес и побежал. Нет, он такой сложненький. Ну, для меня, по крайней мере. Лусия у меня есть. Вот такая вот звезда. Ночная, наверное, даже звезда. У меня нет классики Лусии или Лючия, я не знаю, как правильно у Oriflame звучит название. Но он интересный такой. Немного я его использовала, потому что он такой немножечко томный. И уже у меня остаются совсем невысокие флакончики. Вот такой зелененький красавчик. Я знаю, что вот в подобных форматах были... Вот зеленые, по-моему, желтоватые, еще какой-то разноцветные такие, может быть, 2-3 шарика в линейке. У меня вот представитель такой с зеленой крышкой. Давайте я попробую сфокусировать название, потому что название можно увидеть только на донышке. Вот. Видите, да, вверху название этого аромата. Он потрясающий. Он, конечно, красивый. Яркий. Вот такой красавчик есть. Это меня Ольга баловала. Тоже название внизу. Давайте я его тоже так вот. Сюда входит в этот аромат ландыш. Аромат ландыша я просто обожаю. Далее. Это уже Ольга Крюкова меня баловала. По-моему, тут 30 миллилитров вот в этом аромате. И когда он ко мне приехал в наборе, там еще шли уходовые средства, меня он сразу прям покорил, восхитил, понравился. Также у меня есть Happy Desiac от Oriflame. Тоже красавчик. Тут ягоды, клубника. По-моему, ну, сладкие красные ягоды в него входят. И 2 аромата ко мне приехали от Ольги, за что огромнейшее спасибо. Это ароматы были когда-то моей мечты. Мне так хотелось именно вот розочки. Я знаю, у них штуки 4, наверное, уже розы. Какие-то, может, вывели. Но вот такие 2 потрясающие. Золотая роза и вот такая прозрачная от Oriflame. И последняя. Possess 8 миллилитров ручка. У меня всего 1 такая ручечка осталась. И что ж, можно считать, место мы меньше оставили под Oriflame, поэтому он так немножечко вперед
у нас выехал. Так, и прошлый раз у нас было от Oriflame 26 штук. И считаем сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. А было 26, стало 25. Видимо, в пустые баночки что-то попало, да? Раз осталось 25. Полгода назад было 26. Но именно Oriflame вот за эти полгода, может быть, особо и не приезжали. То есть приезжали, ну, как бы я вот показывала первый ролик, что появилось у меня в 2021 году. То есть, видимо, до апреля основные приехали. Дальше смотрим. Ну, хоть что-то убавилось за полгода. Дальше давайте посмотрим от Yves Rocher. Ароматы. У меня три представителя вот этих вот, как они называются, «Утро в саду», да, по-моему, вот эта линейка. Аромат розы. В этом году я его использовала. Также, ой, сейчас я открою дверку быстренько. Не хочется мне прекращать. Максим, я снимаю. Простите, я не хочу прекращать просто ролик. Просто Макса пустила. Так, это у меня ландыш. Восхитительный аромат ландыша. И третий аромат. Это цветы. Цветы, цитрусовые цветы, не знаю, кого именно, все время забываю. Вернее, надо вспоминать, смотреть ролик, когда мне его подарили, коробочку выкинула, и название на коробке. Хотя наверняка вот здесь вот просто перевести, да, надо. Вот, смотрите, что здесь написано. Плохо видно, но... Ну, в общем, какие-то в любом случае цветы. Далее, высокий флакончик Evidence. Сейчас он у меня был как раз в использовании в октябре. Также у меня высокий флакончик от Yves Rocher Osmanthus, да, Osmanthus в линейке Natural. И еще у меня высокий есть. Маракуйя. Вот с маракуйей я особо и так не подружилась. Он хотя сладкий, тропический, но вот аромат маракуйи меня все равно не впечатляет так, как впечатляют другие. Чуть-чуть отъеду, чтобы было видно. И от Yves Rocher. В этом году не дотрагивалась, а вообще-то надо бы его поносить. Цветочек Flower Patty, вот такой ночной. И что у меня еще есть от Yves Rocher, это как раз то, что у меня появилась часть в этом году. Из старичков эликсир у меня остается, малышка. Да-да-да, у меня все еще есть Ири. Это самый-самый старенький аромат в моей коллекции. В Yves Rocher давненько его уже нет. Также есть вот такая малышка Жасмин. Вот такая есть малышка. Ночная ваниль. И новенькие. Новенькие у меня появились от Yves Rocher 2. Garden Party. И еще один руж. А вот какой руж, я уже не помню. Коробочка у меня в другом месте лежит. Коробку я сохранила. Так, ну и что ж, считаем. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yves Rocher 13. Да, 2 прибавились. Было 11. Стало 13. И Mary Kay. Остается у нас посмотреть Mary Kay. И мы ее уместим вот здесь, потому что без изменений. Так, это у нас Velocity. Радужный аромат. От Mary Kay у меня Элиш. Это дорогой, красивый, восхитительный аромат. И от Mary Kay у меня есть вот такой вот
бантик. Наташа мне подарила, Натали Кис. Так, уместим? Уместим. Три. Все. Это последние. Три. И у нас получается вот так. Девочки, я не буду уж тут в уме считать. Я принесла калькулятор. Давайте все вместе. 25 плюс 27 плюс 13 плюс, ну, 3 и плюс 5, 8 плюс 68 равно. Так. А, еще 82. Еще 82 и плюс 82. Вот, теперь равно. И получается у нас 223. Записываем. 223 штуки. И если сравнить, вот такая разница. За полгода. Надеюсь, со мной было интересно. Вот такие три интересных серии было, посвященные моим парфюмам. Спасибо всем девочкам, кто дарил, кто разнообразил мою коллекцию. Очень благодарю всех, кто следит за тем, что заканчивается, что прибавляется, как убавляется. Потому что это тоже своего рода такая игра на канале, которая многих увлекает. И девочки тоже у себя ведут некие такие проекты. Буду с вами прощаться. Конец месяца. Это значит, что много будет интересных еще роликов, пустые банки, отчеты по проектам. И каждый месяц в конце, я думаю, он всегда бывает таким насыщенным и достаточно интересным. Всем хорошего настроения. Берегите себя, берегите своих близких. Особенно сейчас, время тяжелое. Вирусы бунтуют. Поэтому давайте любить друг друга на деле. Всем пока.